Чего вообще вы знаете про запуск приложения во Flutter? У меня вот такой вопрос к аудитории. Доклад немножко будет еще с вопросами, так что. Ну, то, что есть run app, и там запускается корневой виджет. Так. Корневым виджетом может быть, по-моему, все. Нет, все, что угодно. Окей. Ну, у нас тут немножко еще совмещенно не просто про запуск будет, а еще про наш пакет рассказывается в конце уже сам. И тут такая подпись здесь есть, типа «Запускай свое приложение как профессионал». Но к этому мы подойдем в конце. А для начала мы узнаем вообще, как Flutter соединяется с приложением, то есть как Flutter запускается, как приложение нативное и Flutter соединяется. И вокруг всего у нас стоят биндинги. Их 7 штук и один главный абстрактный класс. Что такое вообще биндинги? Название нам говорит, что это какая-то некая связь. Биндинги представляют собой на самом деле и связь с сервисами, сервисом виртуальной машины Дарта. Каждый биндинг — это миксинг, как я уже сказал, кроме главного. Биндинг базы — это базовый абстрактный класс. Сервис биндинг отвечает за отправку сообщения в натив, то есть он через бинарный мессенджер общается с нативом, то есть любое общение с нативом, то есть метод, как он называется? Метод месседж, event message тоже общается через бинарный мессенджер и то есть через вот этот биндинг. Fighting биндинг отвечает за связь библиотеки и отрисовки, то есть у нас есть отдельная библиотека отрисовки, и через нее именно отрисовка работает. Render биндинг – это тоже отдельная библиотека рендеринга, то есть дерево рендеринга, и с Flutter она соединяется. Виджет биндинг отвечает за дерево виджетов и соединение с движком Flutter. Шилдер биндинг отвечает за планировщик задач, то есть там есть разные задачи, планируется, например, планировка следующего кадра, планировка отрисовки кадра и такие вещи есть. За него отвечает Shoulder Binding. Semantics Binding отвечает за слой семантики. Это неинтересно нам. И Gesture Binding отвечает за систему жестов. То есть все касания обрабатываются им и передаются во Flutter. Давайте дальше. Что из себя представляет вообще Binding Base? Он представляет абстрактный класс с конструктором. В конструкторе у нас запускается timeline, вызывается два метода, init instance и init service extension. Отправляется event какой-то, я так и не понял, куда он отправляется, и закрывается timeline. И все как бы. Init instance как бы вызывает у других биндингов инициализацию этого самого биндинга, то есть там создается singleton. Все миксинги, кстати, синглтоны, если что. Если кто не знал. И там инициализируются еще для биндинга всякие вещи. Сервис extension — это для подключения к службам VM. Очень сложная штучка, и я особо не разобрался, как она работает. Мы ее рассмотрим, всего немножко затронем в коде именно. Дальше. Все, наверное, видели во Flutter в начале приложения вызывается метод widgets Flutter binding. Ерится initialize, и потом уже начинается инициализация Firebase и других вещей. А что это за метод, так и никто, наверное, особо и не смотрел. И он очень странно выглядит, это весь его класс, один статический метод, он наследуется от binding base, и через which все остальные миксины им наследуют. В нем производится проверка инстанса, если у нас нет widget binding, мы вызываем собственный конструктор, и потом, если у нас он все-таки уже появился, мы его возвращаем. В описании, кстати, ничего особо там нету. Написано, что это клей, связывающий фреймворк с движком Flutter. Ну окей, спасибо. Очень классно, очень понятно. Пару строк кода. Идем дальше. Вот сам run-up. Если кто в него заглядывал, вот мы опять же виджет Flutter Binding видим. Опять это статический метод. И у него уже вызываем два метода. Shoulder attach root widget. Передаем в него как раз-таки наш виджет.
и shadow runup frame. Shadow attach root widget запускает таймер и вызывает метод attach root widget. Теперь вопрос: для чего мы запускаем таймер? Кто мне скажет? Ну, вероятно, для того, чтобы какие-то таймеры в дальнейшем включать, либо чтобы отрисовку запускать. Ты также можешь таймер запустить в любом кусочке кода. Это, то есть, стандартная штука. Да-да, затрудняюсь ответить, не знаю. А еще кто-нибудь знает? Ну, это не event loop такой у них? Нет, но это как раз-таки связано с event loop. Короче, таймер запускается для того, чтобы твой метод был вызван прям сейчас. То есть хак какой-то для event loop. То есть он гарантирует, что функция вызовется прям как можно скорее. То есть если бы без TimeRun мы бы вызвали attach root widget, то он бы не был гарантированно вызван прямо сейчас. Немножко запутан, да? Так. Ну, звучит как костыль. Это и есть костыль. Так, а attach root widget. У нас обычный метод принимает опять в себя root widget, как раз-таки тот, который мы передавали в runup. Здесь идет проверка, что это первый фрейм вообще у нас, через проверку render view элемента, если его не существует. Ставим тут ready to product frame параметр, типа окей. Дальше создаем новый элемент, render view элемент. В него кидаем render view, неинтересно, description рутовый, если вы, например, запускали инспектор кода флаттерский, там можно дерево виджета увидеть, и самое первое будет root идти. Как раз-таки вот здесь все инициализируется. А в chill передается root widget, как раз-таки наш, что и будет отрисовываться. И мы сразу же вызываем метод attach to render 3. Передаем render owner и передаем render view элемент. А теперь еще один вопрос. У нас есть render view элемент приватный, и есть render view элемент неприватный. Как думаете, это одно и то же или нет? Вот хрен его знает на самом деле. Ну, вот этот render view элемент, который публичный, это getter приватного. То есть мы инициализируем и кидаем getter у него. Выглядит как еще один костыль. И дальше, если это первый фрейм, вызываем там визуал апдейт. Дальше уже неинтересно. А теперь переходим к интересному. Что выведется у нас на консоль? Ой, погоди. Смотреть надо еще. А там кроме тебя еще кто-нибудь есть у нас, что ли, из Flutter? Ну, как минимум Ярослав тут я вижу, и Коля должен быть. Что-то я думаю, молчат. Они. У нас тут получается, что есть тест, который к себе миксины пришлепывает. Миксины, соответственно, переопределение идет этого метода start, да? Ну, тогда первый, по-любому, наверное, тест, потом, а потом конфликт какой-то и вопрос про то, как он А, Б... Надо вспомнить, как миксины складываются друг на друга. По-моему, миксины по порядку идут. То есть последний только метод переопределяющий, но я точно не помню. Если последний метод переопределяющий, то тогда print b. И с print a b идет сверху, то есть print b, a, и дальше уже start. Либо обратный порядок, если я путаю, что идет снизу. Нет, ты не путаешь. Тест, b, a, start. О, я что-то помню. Теперь ты, раз объяснил нам, как это работает, будешь объяснять, как работает вот это. Мы вызываем runup, вызываем метод, статический метод у виджета Flutter Bindix. Он, в свою очередь, что делает? Ух, ё, а что так много биндингов? Ну, с конца идет виджет биндинг. То есть с виджет биндинг он запускает функции переопределенные. Как он запускает функцию переопределенную? Мы вызываем... С конца. Мы вызываем конструктор, мы ничего больше не вызываем. Так в конструкторе может еще лежать функции какие связаны. Вот здесь, вот смотри, widget binding flutter конструктор. Mm-hmm. Здесь у нас дефолтный конструктор нет. Мы не определяли конструктор. Mm-hmm. Что здесь происходит? А верни еще раз, ну, второй слайд. Widget binding. Это вперед или назад? Вообще назад?
тогда вот сюда. Может, просто все синглтоны инициализируются? Ну, это инициализируется, да. Но как они это делают? Ну, по сути дела, в обратном порядке должны быть. То есть, мы же просто вызываем конструктор, да, получается? Но конструктор у нас здесь не определен. Это весь код, я просто убрал комментарий из него. Ну, у тебя получается, что вызывается тогда конструктор, который вот на слайд назад. Binding base. Да, binding base. Ты попал. Мы вызываем конструктор binding base, потому что мы от него наследуемся. И у нас дефолтный конструктор тоже вызывает супер. Как раз таки там. Он вызывает метод инициализации всех инстансов миксинов и биндингов. И вот все 7 штук создаются. У нас Flutter — это чистый синглтон, если что. Нормально. Вот такой костыль получается. После этого костыля мы добавляем в root как раз таки наш первый виджет. Вызываем его, добавляем его сначала в root, потом в render 3, и потом вызываем у него, типа, а покажи-ка нам его на экране в рамках frame. И когда он там будет готов уже, типа, показать на экране, он нам показывает. Да, это все круто, но что будет, если мы перед run-up поставим там какой-нибудь асинхронный метод, который будет выполняться 10 секунд. Кто так делал, что видели на этот момент? Типа инициализация Firebase? Да, ну и инициализация Firebase там, или просто задержка в 10 секунд. У нас будет 10 секунд нативного сплэша показываться, да? Что является не круто, да? Ну, стрёмно. Очень стрёмно. И здесь мы подходим к зоне. Это не та зона отчуждения и не та зона, где сидят зэки, но кое-чем похоже. Внутренности зоны, что она вообще в себе имеет? Поля на текущую, рутовую, родительскую и законченную с ошибкой зону. То есть вот эту сверху. То есть у нас есть root-зона, есть текущая зона, родительская и зона с ошибкой. Также у нас методы для создания форка зоны есть. Вот она, форк. Методы для запуска кода в зоне, то есть вот эти run всякие, они run, run unary, run binary, run guarded binary, unary, guarded, вот эти всякие, создают новую зону просто и запускают в ней функцию всякую. Run guarded от run обычно отличается в том, что там try catch есть просто. Регистрируют всякие биндинги обратных вызовов. Это другие уже биндинги, не надо их путать. Вот они, биндинг callbacks и регистрация самих биндингов. Разные утилитарные методы имеют еще. Print, например. Когда мы вызываем print, как раз мы вызываем print у зоны. Create timer тоже, он здесь также создается. И здесь вообще работа с таймером происходит по большей степени через зону. Ну и оператор доступа к значениям зоны, вот этот оператор квадратики, квадратные скобки. У зоны есть спецификация. Спецификация — это обычный хендлер, то есть callback'и, можно так сказать, которые ты можешь определить сам, например, print handler. Если ты его определишь и там по-другому сформируешь print, например, будешь добавлять там какой-то текст, либо вообще в другую зону будешь отправлять print. Там тоже так можно делать. Там хендлер содержит в себе текущую зону, предыдущую зону, еще какую-то зону и сам метод для обработки. Так, подожди, это все хорошо. А что вообще такое зона? Объясни сначала, наверное. А, да. Люди, я которые тебя понимали. Зоны — это то место, где выполняется весь асинхронный код в Dart. Это самое простое. Но вообще зоны — это то место, где вообще весь код Dart выполняется. И как раз мы следующим слайдом придем к этому. Я про зоны, когда подумал сразу про iOS-ные зоны, старые Objective-C-шные. А там они для чего?
Но это, по сути, зоны памяти. Это для работы с памятью, по большей части. Но когда добавили арк, с зонами вообще мало кто начал работать. Но методы там до сих пор... Здесь именно уже работа с кодом больше, с асинхронным кодом по большей степени. Да, так, зоны спецификации прошли. Это можно, когда форкаешь зону, либо создаешь зону свою, передать их. Точнее, только форкаешь, вроде бы. И у тебя зона будет работать немножко по-другому. Можно запускать зоны спокойно. Вот пример кода, run zones. Я еще передаю зоны val туда, valos. И сразу могу из текущей зоны ее вывести. Тут, наверное, просто будет что вывести на print. Скажет кто? А можно еще один микро-вопрос? Получается, зона — это как какой-то контекст или что? Я не совсем понимаю. Вот даже сложно сказать, как это контекст. То есть ты напрямую с зоной не работаешь, но зона вокруг тебя есть всегда. Звучит страшно, конечно. Очень. Ну, так, по поводу принта. Как что-то из Стругацких. Ну, да. Здесь очевидно то, что 111 и 499 выведется. Да. Я надеялся, что у вас одинаковые ключи собьют, но окей, вы молодцы. И потому что мы используем разные зоны, то они в разных зонах и вызываются. Но если бы я здесь не определил значение зоны, то у меня было бы здесь 409.9 и 409.9 два раза. Потому что все создания новых зон, run, zone и там разные раны, создают через fork. То есть он передает значение из предыдущей зоны в следующую. Как и спецификации, и как настройки. То есть как работает форк, по сути. И они вот вложенные, извини, перебью, они, получается, вложенные, могут друг другу передавать, то есть наследовать, да, так сказать. Да, вот как раз-таки мы пришли к ним, зоны области зон. То есть вот здесь слева пример кода, а справа показано, как они вообще показываются, как их можно видеть, эти зоны, то есть как их надо воспринимать. То есть мы запускаем функцию main, это наш обычная функция main, которая есть в каждом Dart файле. Точнее, не в файле, а в каждом Dart приложении, то есть это главный запуск. А при запуске main сразу создается зона, то есть даже не при запуске, а уже существует зона в этот момент. Дальше мы вызываем метод foo, он в просто какой-то foo. Он в этой же зоне выполняется. Потом мы выполняем run zone. Он свою область зоны создает. В своей области зоны мы вызываем асинхронный метод. Future bar, then bus. Bar тоже свою область зоны создает. Как и future тоже создает свою область зоны. Она работает именно в своей зоне. Она форкает текущую зону и работает с ней, и потом возвращает результат уже из нее. Bar создает, bus тоже создает, и опять метод foo. И кто дебажил Flutter приложение, и не только Flutter, и Dart, и ставил debug point на какой-нибудь асинхронной функции, там, на асинхронном методе, мог заметить этот анонимус класса постоянно. Вот. Ты хочешь узнать, что за переменная, а она как бы не вычитал еще VM твой ее. Хотя, например, C-Sharp уже может высчитывать асинхронные методы и сразу предполагать, какие там будут значения, как и Kotlin, насколько я знаю. По Swift не знаю. Сань, подскажешь? А что еще раз? Секунду. Если ты debug point поставишь, и там метод асинхронный, либо... У вас же только недавно асинхронность добавили. Ты про async await говоришь? Да. Слушай, а я его даже не тыкал еще. Я вообще хрен знает, как это работает. Ну, короче, неизвестно, что там в Swift, но, насколько я знаю, в C-Sharp и в Kotlin мы можем узнать в дебаге сразу значение нашей асинхронной функции. Считываются они там как-то. Но в Dart этого пока нет. Ждем, скоро будет. На зонах все. Тема сложная, и давайте к раннеру перейдем, потому что как раз-таки зоны и запуск приложения он и совмещает,
Я его специально и делал для этого. И выложу уже. Про зоны. Это получается некий такой аналог. Ну, грубо говоря, как у треда есть свой кусок памяти, свой контекст. Также и у синхронных запусков здесь тоже получается. Ну, здесь куска памяти нету. Это не изолят. Ну, я понимаю, это не отдельный прям кусок памяти, но, грубо говоря, такой аналог того, что он какой-то контекст сохраняет рядом с синхронным запуском. Ну, типа того, да. То есть... Но он, я же опять еще повторю, он не только асинхронный запуск, он и синхронный запуск сохраняет контекст. И как бы он этот контекст каждый раз форкает. И поэтому есть разные зоны. Например, если мы в зоне main словим exception, а здесь бы у нас был не run zone, а run, там, как он, run guarded zone, и в run guard мы бы, если бы ошибку сделали бы специально, мы бы ее не словили бы и обработали бы, и у нас ничего не упало бы. А в мейне бы у нас просто упадет. То есть эти зоны нужны для более хорошей обработки кода, как, и чтобы этот код не падал. Я надеюсь, объяснил? Ну, примерно понятно. Ладно, окей, давай дальше. Сложная эта тема. То есть он запускает код, отдельные части кода запускает под разными... конфигурации. Это как контейнер. Он запускает внутри себя, и именно контейнер упадет, но никак не что снаружи. А ты говоришь, форкает, он прям копирует или просто прям копирует. Ссылки держит? Прям копирует. Копирует. Ну, да. Они, значит, не такие тяжелые, да, чтобы их... Но он ссылку все равно в любом случае будет держать. У тебя есть всегда ссылка на current зону, на текущую зону. Да, понятно, а почему копирует? Как отдельно себе делает, то есть изолирует, так сказать. Ну да, он изолирует. То есть у нас вот здесь, если у нас здесь зона 1 и зона 2, они как бы скопированы, но не связаны между собой. Прикольно. Ну вот, например, когда мы передавали значение зоны, он копировал у нас значение. Но мы же можем еще преопределить значение зоны в другой зоне. И, то есть, форк. Четко. Как из гита. Только там немножко вырвал. Надеюсь, я все вопросы закрыл по зонам. Ну, прикольная тема. Да. Окей. А про раннер. Мы уже выложили в пап, уже в одном приложении начали использовать. Посмотрим, что дальше будет. И сейчас я переключу демонстрацию. Запущу VS Code. Так, что из себя представляет UpRunner? Вместо метода runUp мы выполняем метод UpRunner, передаем в него модель конфигурации. Это просто моделька. Здесь мы передаем конфигурацию виджетов, а как раз-таки наш app, который запускаться будет, splash screen, если хотите. Здесь уже есть сразу определение и ловля ошибок Flutter, где мы его можем логировать сразу, что еще здесь есть. Инициализация биндинга нашего. Вот она как раз-таки кастомного биндинга, если мы захотим. Это немножко попозже я объясню, для чего сделано. И можно преопределить экран ошибки, то есть что для релиза, что для дебага. Для дебага вы, наверное, много раз видели его красный экран с желтым текстом с ошибками. И можем сразу конфигурировать зону, в которой запустится наше приложение. Здесь сразу есть ловля ошибок зоны, значение зоны и спецификация зоны сразу можно определить. Также у нас есть метод специальный, где как раз-таки нужно инициализировать тот код, который будет тормозить запуск приложения. То есть все там инициализации Firebase и всякого того хейва, и там BD, SQL, все инициализируется теперь здесь. Как мы видим, нам не надо вызывать там еще раз виджет Flutter биндинг, потому что у нас уже есть биндинг, и он передается. То есть я об этом позаботился. Ну и также мы можем здесь что-нибудь с ним сделать, если нам нужно здесь сразу build owner получить, не знаю для чего, вдруг вам нужно.
Вы захотите за локоть стоит какой-нибудь. Так, дальше примеры у нас плэш-экран, но здесь неинтересно. Переходим к самому плагину самой библиотеки. О, метод обычный, который вызывает как раз-таки у нашего миксина, у моего миксина, который наследуется от виджет-биндинга, статический метод run и придает config. Еще есть метод по перезагрузке виджетов вообще. Если вам нужно перезагрузить виджеты, можно просто через контекст кинуть этот метод, и он перезагрузит их, начиная от корневого. Модельки здесь, наверное, ничего не интересно. Здесь callback'и, да, и сама... Можно перебью? Вот по последней функции. То есть он перезагрузит приложение, и если даже в релиз кинуть вот этот метод, то может из самого приложения перезагружать приложение? Не приложение, а виджеты. А, то есть... Я покажу, как это происходит, из-за чего это. Ну, да, я бы хотел, чтобы еще и приложение можно было перезагружать. То есть это вот в будущих планах, поэтому библиотека по этому. Ясненько. Так, здесь модельки. Ну, я их частично уже показал, ничего интересного. Переходим к апранеру, миксину нашему. Есть статичный метод run. Он запускает в себе run guarded зону, как раз-таки безопасную зону, как раз-таки которая и отлавливает ошибки, асинхронные ошибки и синхронные тоже. На самом деле. Можно сразу также передать значение зоны и спецификации зоны. Здесь же инициализируется наш биндинг. Инициализируется сначала кастомный, если он передается. Если его нет, он инициализирует стандартный Flutter. Вызывает метод attach splash screen. Просто у биндинга добавляет в рутовый виджет splash экран наш и запускает отрисовку. Дальше вызываются все асинхронные функции, как раз таки, которые бы тормозили отрисовку первого кадра и увеличили бы показ нативного сплэша. Здесь тоже ничего интересного, просто метод, который вызывается. Дальше уже инициализируется само приложение. Передается виджет app, в него передается виджет config и биндинг. Он также запускает attached в root виджет нашу апку и запускает фрейм новый. Сама апка заворачивается в reload виджет, как раз таки, который и будет перезагружать виджеты, если мы вызовем метод reload виджет по контексту. Также здесь определен onError для ошибок Flutter. И сразу же здесь error виджет, который красный экран, мы его хендлим на наш кастомный. Кастомные тоже же есть уже, готовые. Но если вы хотите, вы можете сразу и свои сделать. По идее, эти виджеты должны быть максимально легкими. То есть это даже не stateless виджеты должны быть, а рендер объекты специальные. Но, насколько я понял, если аккуратненько делать status виджеты, ничего не сломается. Но это не точно. По сути, у меня здесь немножко перформативный вывод ошибки. Для релиза просто пишут ошибку и кнопку перезагрузить виджеты. А для debug пишут подробности об ошибке и тоже перезагрузить виджеты. Удобно эта кнопка, когда не нужно перезагружать hot reload или hot restart делать, а просто виджет перезагрузить. Бывает так, что ты, когда верстаешь, ловишь эту ошибку, потом исправляешь эту ошибку, а она остается. То есть красный экран остается, не перезагружается. И, блин, это вся библиотека такая простенькая, но я обещал вам рассказать подробнее в биндинге и в зоне. Это мы где? Надо сначала узнать, где. Это виджет биндинг, это не то.
что тут есть вообще у них? У них есть init instance, то есть он у них сначала супер вызывает свой, то есть базовый класс вызывается, а потом только свое. И просто присваивается instance себя же, то есть singleton классический. Ну, как классический, singleton на миксе. Я не знаю, считается это классическим синглтоном или нет. Здесь всякая фигня. И есть инициализация в сервис. В релиз моде, а, точнее, не релиз моде, мы регистрируем какой-то сервис, debug dump up, и он как-то это общается. Я не понимаю, как они там их сделали, но они как-то работают через develop, там, register extensions и пыры-пыры. Все на этот через JSON общение идет. И это, насколько я понял, более низкого уровня общения, чем через биндинг этого. Как его называют? Чем через биндинг сервис. То есть это еще ниже общения. Ну и тут базовый класс где-то был. Тоже хотел посмотреть. А, кстати, это новая фигня. Singleton Flutter Widget. Window, точнее. Все Singleton. Binding Base. Да и это, скорее всего, удобно, мне кажется, а не солидно. Что он делает? Он тоже регистрирует всякие сигналы, callback, как-то они работают у них под капотом. Есть reassembly и есть exit. Кстати, кто не знал, как исключить код, но сделать его рабочим, то есть исключить его из сборки вообще, но чтобы он выполнялся. Есть такая штука assert, и у него есть, можно сделать метод, который будет сам себя вызывать и который будет возвращать true или false, если вам нужно. А в нем вызывать уже какой-нибудь другой метод или что-нибудь делать. В дебаге он будет появляться и работать, и проверять, а в релизе его просто не возьмет сборщик кода и его откинут. То есть assert выпиливается? Выпиливается полностью. Здесь инициализация, вот так же вот. Debug target инициализируется. Тоже именно для debug. Britness override. Тоже Britness инициализируется. Тоже через низкий уровень callback. Это, наверное, прямой доступ к VM, как я полагаю, через вот это все дело. И мне кажется, можно разных вещей наделать, если знать там API, как это все работает. Интересных. Так, еще я хотел рассказать про... Где? Attach root widget. Таймер run нам не интересен. Нам интересен... Render view элемент. Что это такое? То есть вот у нас render view элемент такой, приватный есть, и render view элемент неприватный. Просто getter. Сам на себя. Здесь мы его инициализируем и сразу же у метода передаем с билтовнером. Здесь вроде бы больше интересного ничего нету. Перейдем к зонам. Ой, зоны — это непростая вещь. Здесь много кода, непонятного кода, в первую очередь. И очень много слоев абстракции. Есть зона delegate, есть сама зона, с приватной, тем более. Есть root-зона. И вот как раз-таки root-зона и запускается, когда приложение запускаешь, когда вообще Dart-код запускаешь. Сразу инициализируется root-зона. В свою очередь root-зона — это просто такая же зона,
То есть она наследуется от приватной зоны, которая наследуется от, имплементирует, точнее, зону. Кто-то уже запутался, скорее всего. И в себе просто содержит, где она? В себе просто содержит ссылки на методы, то есть гетеры. Что-то там custom zone промелькнуло. Там была надпись custom zone. То есть они в зоне кастомную зону делают. Здесь есть кастомная зона. Она где-то в самом низу была. А, выше. Кастомная зона отличается тем, что она имеет реализацию зоны. И кастомная зона используется, когда ты используешь root-fork, а root-fork используется как раз-таки в рутовой зоне для метода fork. По сути, кастомная зона всем заправляет здесь. Но нам интереснее здесь run-zone guard и вообще, как это все работает. То есть мы передаем body. Здесь идет try-catch проверка. И как раз-таки в текущей зоне мы вызываем метод runBinary. Переходим в нее. А, нет, не так. runBinary. Надо найти реализацию runBinary в custom зоне. Или можно не custom. Ctrl-F, нет? Да-да, но только здесь знаешь их сколько? 60 штук. Да. Ну, давай на этом примере покажу. runBinary проверяет зоны на там валидность ее. Так. Потом берет текущую зону. Вали. Что за это? Ну, скорее всего, он проверяет ее. А, ага. Он текущую зону берет, присваивает предыдущей зоне и передает ее. А новую зону передает в текущую зону. Короче, меняет местами. Дальше. Получает предыдущую зону, вызывает функцию. Какую-то функцию. И выходит из зоны. То есть... мы вызвали в try и вышли в finally из этой зоны, из старой зоны. То есть мы создали зону, отработали ее и вышли из нее. Но это какой-то не такой реализации. Я видел через fork, чтобы они делали. Через как раз-таки root fork. Или просто через fork. Так, ну мы тут долго можем копаться, давай чуть ближе уже к делу. Да, да. Вот, run-zone, как раз таки он еще вызывается в других run-zone городах. Короче, мы берем текущую зону, делаем fork и запускаем ее. То есть вот такой запутанный код здесь и на 2000 строк, и в нем фиг разберешься. И на этом, наверное, все с этой презентацией. Есть давай немножко к такому к выводам. А что позволяет твоя библиотечка сделать в итоге вот с верхнего уровня с точки зрения пользователя твоего? С точки зрения пользователя запустить splash screen сразу, как только возможно вообще для Flutter, как только он инициализируется, и сразу же показать splash screen, потом вызвать всякие асинхронные функции, которые могут затормозить как раз-таки splash screen наш, который обычно все флаттерские splash screen делают еще дополнительно. Ну, там, например, с анимацией или еще с чем-нибудь. В этот момент можно как раз-таки инициализировать нужный нам код. И он как бы упрощает это. И потом сразу запускает приложение. Запускает не просто так, а запускает его максимально, насколько это вообще возможно, безопасно. То есть мы обезопасиваем себя от ошибок в зоне с помощью guarded zone и от ошибок во Flutter. То есть мы сразу ловим ошибки и можем их здесь же обработать, можем в CrashLytics отсюда отправить, либо в другую систему, можем просто в консоль вывести
И мы можем еще отсюда настроить нашу зону, если вдруг вы используете в значении зоны. Кстати, как и DI можно использовать. Кстати, скоро пакет еще появится по этому поводу. Правда, не от меня. Ну, это прикольно, кстати. И как бы это все можно было вручную делать, но вот каждый раз, создавая новое приложение, ты будешь копировать этот код, и зачем? Если можно облегчить и тут для до модель конфигурации все сделать. В планах еще сделать соединение сплэш-скрина и аппа, как бы закрывать сплэш-скрин по колбеку, например, чтобы у тебя по колбеку после инициализации функции, чтобы ты знал, когда у тебя сплэш-скрин закроется, и предварительно остановил анимацию. Еще изучить все-таки, как работает VM на низком уровне, и, возможно, сделать перезагрузку приложения вручную и выключение приложения вручную также. При этом, чтобы перед тем, как выключить приложение, можно было какую-нибудь кастомную функцию выполнить, что иногда бывает полезно. Прикольно. Прям вообще круто. Ну, а кстати, я же результат не показал этого всего дела. Давайте запустим его по бырику. Еще здесь у меня как раз-таки пример с кастомной зоны есть. И там как раз-таки пример. Так, надо. Все вот так. Консоль отладки. Как любила говорить моя преподавательница, а метрики у тебя какие-то есть? Метрики? Насколько быстрее оно стало? Метрики? Да не делал я никакие метрики, но это же понятно, что оно быстрее. Понятно, понятно, да. Вот тебе-то понятно, а людям на заводе непонятно, им циферки хочется. Разобрался, не специалист. Все, все, ладно. Признаю, нужно метрики. Говорил. То есть вот это сплэш-скрин, он как раз у меня такой был, просто вот по центру текст-лоадинг. У меня задержка здесь стоит на 3 секунды, как раз-таки вы ее могли видеть, я еще перезагружу. Она как раз 3 секунды идет. И сразу запускается за ней приложение. Сплэш-скрин можно делать любой, здесь ваш виджет. Только надо предполагать, что у вас нету материала из основного приложения. То есть надо тему инициализировать заново. Если вы там используете тему из материала и как-то ее кастомите. И локализацию там, например, тоже надо будет либо дублировать материал app, либо еще что-нибудь делать. И как раз-таки с этим я и хочу проработать, чтобы Splash Screen как бы был и отдельный от приложения, но в то же время он и был соединен. А Splash Screen не виснет при вейте? Нет. Я пробовал этот флэр-анимацию, она работала. А давай этот, как стандартный циркул. Вроде бы не должен виснуть. Крутится. То есть спокойно можно анимацию запускать и типа, о, класс, у нас сплэш-скрин с анимацией. Притом нативный сплэш-скрин, он очень быстро пролетает. То есть как только Flutter уже подогрелся, разогрелся, так сразу он появляется, наш сплэш-скрин. Прикольно, в нативе, по крайней мере, в iOS анимированный сплэш-скрин. Ну и ошибки. Куда же без них? Обычную ошибку мы фиганем. Из-за того, что мы ошибку фиганули через Flutter, через OneTap, у нас вылезла ошибка в OneFlutter Error, и как бы я ее здесь ловил и сразу показал в этом devlog отправил. И вон там внизу есть One Error, One Zone Error. То есть зоны мы тоже словили, а там ошибка именно для зоны была. Ну и давайте сломаем вообще наш Flutter. И в дебаге он сломается более красиво, как до этого было, с нашей темой даже. И можно посмотреть, что здесь он тоже переловил ошибку в OneFlutter Error. Но в зоне здесь уже ничего не падало.
То есть это чисто ошибка Flutter, которую мы отловили. Ну и перезагрузим наш виджет, точнее, дерево виджета, и все. У нас приложение снова работает, она полностью перезагрузилась. Вот ключик можно увидеть, что он поменялся. Перезагружает он с рута? А давай я тебе код покажу, как это все перезагрузка работает. Потому что это очень банальная вещь. Мы просто меняем уникальный ключ. И да, он с рута, почти с рута. Почти с рута, потому что у нас тут еще ап запускается. И он как раз-таки следующий за апом идет. Так как сам ап не может сломаться в теории, на практике, конечно же, может, если я что-нибудь изменю, тут неправильно сделал. Это хот-рестарт, а не хот-релоуд? Или я что-то путаю тут? Что имеешь в виду? Хот-рестарт, а не хот-релоуд. Мы же не текущий билд переделаем. Мы вообще билд не запускаем. Мы вообще хот-рестарт и хот-релоуд не запускаем. Ну, то есть, если бы... у нас, если мы зашли во вложенность, там, например, 3 экрана, и запустили reload, то... Да-да-да, он перезагрузит полностью, как у тебя на проекте. Отвратительно. Отвратительно, но... Но, в принципе, это перезагрузка приложения без его перезапуска. Да. И данные сохранятся, по идее, которые ты скачал. Разве запросы там, например, новые не будут выскакивать, все такое? Ну, если ты пройдешься по экранам, у тебя в экранах там state, который вызывает, например, методы, они еще раз вызовут, то вызовется. Но это все уже зависит от state management и как ты их делаешь. Перезагрузка или не перезагрузка. Здесь сам факт, что ты просто меняешь уникальный ключ, и у тебя дерево перестраивается из-за этого. GetExe не юзает твою библиотеку уже случайно? Нет, нет, нет. Это больше, знаешь, для чего нужно? Для релиза. Если вдруг пользователь все-таки попадет на этот экран, что вообще не должен никак, и отдел тестирования за это должен отвечать, как минимум. Но он попал, у него здесь будет миленькое сообщение, типа, ой, какая-то ошибочка, и вот тебе кнопка «Перезагрузи приложение». И больше не заходи туда, где ты ломался. На тот экран. И все. Круто. Так. Че, на вторую часть мы успеваем, не успеваем? По времени. Да что-то я смотрю уже 6. Yeah. Запоздали. Давай, наверное, в следующий раз. Окей. Как хотите, вы не познаете. Объемные. Ну, там... Весь код тогда будет полегче, докладик потом. Прикольно будет. Он может быть тоже объемным, я не знаю, насколько он будет объемным. Ну, давайте на следующий раз. А? Да, тогда точно на следующий раз. Еще подготовишь какие-нибудь фишки, которые будут полезны. Про сниппеты будешь рассказывать? Да я и про это хотел затронуть. У меня про сниппеты. Breakpoint, все такое. Как да, клип. Да, да. Тут все есть. Меня еще плагины интересуют вот касательно вот эти? Слабо, там прочего. Потому что там плагинов целый огород. Да. Это, в этом и фишка вообще VS Code, из-за чего он пульнул. Но это в следующий раз тогда. Спасибо, Ильнар. А это все у тебя установленные плагины, тут Валера спрашивает, блин? Или это просто... Да. Валера удивлен. Короче, ждем следующего доклада. За этот спасибо. Да, спасибо. Библиотечка классная. Ништяк. Ну все тогда, всем спасибо. До встречи. Всем пока. Всем хороших выходных. Пока.